В Германии сгорел еще один приют для мигрантов. Пожар вспыхнул ночью в Бауцене, это город в Саксонии, в здании бывшей гостиницы. У полиции. Полиция уже заявили, что, скорее всего, это поджог. Внутри в момент возгорания никого не было. Зато на улице спасатели застали жителей города, которые не скрывали своей радости и аплодировали, глядя, как распространяется пламя. Некоторых из собравшихся даже пытались помешать пожарным. Европейцы все чаще выражают свое недовольство приезжим из стран Африки и Ближнего Востока. Так власти во Франции приняли решение демонтировать лагерь мигрантов на окраине Кале. Уже завтра тысячи человек будут расселены в другие места. Ранее эти люди неоднократно пытались штурмовать туннель под Ла-Маншем, а также суда в порту, чтобы попасть в Британию.